84% человечества умирают от инсультов и инфарктов. И вдруг попадает вот это чудо. Псевдожидкость. Я в копилочку свою все это складывала. Что делают микросферы? Раз, и у меня ни кашля, ни слабости, ничего. Звонки не прекращались, и все просили вот это чудо в семью. Я шапку, очки, там горло, все замотала, лежу в этом во всем. Я прихожу, а там все вот так. Я говорю, что такое? Они говорят, да ты моложе, явно. Тебя можно показывать студентам, да, как образец. Да. У тебя самая страшная форма – перстеневидный рак. Я сделала свое тело чистым образцом, что же может сделать микросферы с человеческим телом. От моего шва упали в обморок. Он зажил за сутки. Это действительно живот идеальный. Один раз поговорила с Богом. Конечно, уже священники это очень хотят. Грозил там инсульт или инфаркт, или там еще хуже склероз. Я смотрю, у него черное круглое пятно вместо лысины. В жизни таких снов не видел. Мало того, они эротические. Приходит на бровях, повторяю, значит, в бессознательном состоянии. Было очень трудно, и я в один день упала замертво от желудочного кровотечения. Это для Иванов, для русских Иванов, чтобы быть богатырями. Я обещал, говорил про интересного человека совсем недавно, о том, что я приглашу его в нашу студию. И вот перед нами сейчас Светлана Крисько. Да. Она занимается очень интересной темой, которая очень сильно дополнит наши висцеральные практики, как я думаю. Уже вот на том, что, с чем мы столкнулись и что мы попробовали, конечно, иногда поражает, и в то же время поражает, может быть, даже необъяснимостью тех процессов, которые происходят. И я бы хотел, чтобы Светлана познакомила вас вот с этой темой, ну, и мы, может быть, в какой-то степени обсудим, так сказать, точки соприкосновения нашей висцеральной практики и вот этой темы, о которой сейчас Светлана поговорит с нами. Что же такое микросфера? Микросферы – это мельчайшие полые стеклянные шарики размером всего 20 микрон. При использовании изделия микростеклосферы отражают инфракрасную энергию, излучаемую телом человека. Они посылают инфракрасные тепловые волны обратно в организм в неизменном виде. Происходит повышение температуры внутренних тканей на 1-2 градуса. За счет этого достигается физиотерапевтический эффект и, как следствие, улучшается циркуляция крови и обменных процессов, восстанавливается подвижность суставов, усиливается венозный отток, улучшаются обменные процессы, регенерация тканей и, как результат, клетки пораженных органов начинают восстанавливаться. Я не устаю говорить. Когда впервые встретилась, то мне казалось это настолько чудесным, настолько необычным, что даже разговаривать об этом было неудобно, потому что я человек, который имеет несколько высших образований. Я закончила аспирантуру, правда, гуманистическое образование. То есть у меня первое образование – худграф, я учитель рисования, черчения и труда. Затем я закончила аспирантуру, увлеклась психологией и обучалась в МГУ. Вот, стала практическим психологом. Это была первая группа практических психологов. Затем я объединила искусство и психологию и стала арт-терапевтом. Но когда я встретилась вот с этим изделием, я вынуждена была закончить еще одно образование – психофизиология. Потому что мне абсолютно было непонятно, как этот предмет в целом восстанавливает человека. Не только его физическое тело, но и психологическое состояние. Угу. Вот это, конечно, меня потрясло больше всего. Даже не столько, сколько что люди лечатся, восстанавливают, сколько что у них меняется характер, что они иначе поступают. То есть начался какой-то нравственные категории какие-то. Самое удивительное – это то, что происходило с моим мужем. Значит, он имел вредный труд. Сначала был моряк, и он плавал 10 лет. И то, когда люди плавают, их уже в суде в Америке не считают адекватными психически. Mm-hmm. И их свидетельства не берутся в учет. Потом он работал рентгеномехаником. То есть он был наладчик рентгенаппаратуры. Это аппаратура, которая была во всех научных исследовательских институтах, на заводах. То есть они рентгеном изучают различные вещи. Структура. Совершенно верно. Естественно, что там было облучение.
То есть большинство его соратников, кто работал вместе с ним, умирали от гангрены, от сердечно-сосудистых заболеваний, тяжело болели. И у моего мужа что? Начались вены на ногах. У него краснел лоб, когда он нервничал, а отец его умер от инсульта. У него болели ноги, болели стопы, болели ноги, потому что вены, естественно, были. Ну, и молчу о том, что у него был просто отвратительный характер. То есть он был агрессивный. То есть он взрывался мгновенно. Ну, я объясняла все холерик, но это все становилось хуже и хуже, потому что сосуды становились все хуже и хуже. Ну, грозил там инсульт или инфаркт, или там еще хуже склероз. Вот. И возраст уже был приличный. То есть мне было 58 лет, ему было 61 год. И таким образом, да, он начал жаловаться, что я скоро умру. Я слышал по радио передачу, у меня аденома простаты. Но я так поняла, что он все признаки страшной формы у него есть. И вдруг попадает вот это чудо, псевдожидкость вот эта. А я искала, я с молодости мучилась шеей. То есть я больными танцами занималась, и мне партнер как-то свернул в танго шею. Ну, и с тех пор у меня был недостаток. Всегда болела, рука отнималась. И я искала подушку, на которой, чтобы было удобно спать. Потому что если я просыпалась утром, ну, это было ужасное что-то. За день расходишься, а после ночи плохо. И когда я взяла это чудо в руки, псевдожидкость, я сказала, я это хочу, я хочу на этом спать. А это какие годы были? А это был, значит, это был, сейчас скажу, 2008 год. Я беру, понимая, что это буквально анатомический слепок будет моей головы. То есть у меня шея ляжет, займет пространство, и у меня не будет проваливаться шея, и таким образом я, может быть, буду легче себя чувствовать утром. Я взяла ради этого. Но когда шла, я ее прятала, потому что женщины обычно то биодобавки несут, то еще что-нибудь несут домой новенькое. Мы как раз девчонки. А ты несешь подушку, да? Вот. И я тут несу очередную еще подушку какую-то. Ну, конечно, я встретилась просто с агрессией мужа, что я опять что-то принесла. Но, правда, я взяла без денег. Я говорю, я не платила деньги, дали попробовать. Он говорит, ты что же тебе обещали? Я говорю, ну, вот видишь, у тебя кровоточат десна, они у тебя перестанут кровоточить. Вот у тебя ты лысый. Говорят, лысина пройдет. Он закрывает глаза, ну и в ужасе от меня и того, что я говорю. Вот. Дальше. Говорят, что сосуды становятся здоровыми. Он говорит, так, короче, ты ее вернешь, потому что я ее сейчас беру, у меня все. У меня сосуды, у меня лысина, у меня кровоточат и так далее. Вот мы попробуем. Я говорю, обещали за месяц. Он говорит, прекрасно. И он начинает на ней спать. И начинаются чудеса. Однажды он меня везет, я в Москве тогда и в Орле ездила, везет такси и сидит впереди меня. Я смотрю, а у него черное круглое пятно вместо лысины. Ну, в смысле, вместо седины. Вместо седины. Я думаю, вот это да. Почернело. Да. То, что обещали. А он меня просит, когда я приезжаю, подстриги. Я его стригу машинкой. И на полу валяются среди седых волос черные. Он говорит, что это? Я говорю, твой затылок. Он говорит, да ты что? И дальше он начинает вспоминать. Ты знаешь, у меня сны потрясающие, просто цветные, необыкновенного содержания. Я, говорит, в жизни таких снов не видел. Мало того, они эротические. Вот, то есть, я думаю, оживает, значит, сексуальная сфера. А у него уже аденома простаты. Вот. А дальше он говорит, сон стал идеальный. Я сплю так, как я никогда не спал. Да, еще что я делаю? У меня же болят ноги. И я кладу подушку между ног. У меня светом мгновенно прекращается боль в ногах. Она меня не мучает, и я быстро засыпаю. Я думаю, во, хорошие эффекты, хорошо. Уезжаю еще на 2 недели, приезжаю, а у него зарастает лысина. То есть у него срослось посередине, потом начал зарастать вот эта макушка, а потом начал и спереди. Я потом обратила внимание, когда показывают заросшие лысины, что они именно так зарастают. То есть сначала посередине, потом здесь, потом там. Волосы подемнели, то есть появилась пигментация темная и дальше по всей голове. Через 2 месяца он говорит, у меня не кровоточат десна. Я думаю, ну вообще. Через 6 месяцев он показывает мне ноги, а у него нет вен на ногах. Вены есть, но их не видно. Их не видно. Совершенно верно.
Ну, это просто чудо. А вдобавок моего мужа все знают. Они видят то, что с ним произошло физически. И у меня хватило ума сделать фотографию. Начало, а потом что было. И эта фотография стала визитной карточкой. Я начала рассказывать и показывать фотографии мужа везде. Всех соблазняла. Заросшие лысины, потемневшие волосы. Потому что все... Вот у меня, кстати, свои волосы. Так вот, хотя мне уже 71 год. И таким образом женщины почти все сидеют. И все красятся из-за этого. А все заинтересовались и начали покупать эти подушки. А потом начался эффект. Все стали один в один рассказывать, что у всех сон наладился, что у всех лучшее настроение, что они не устают, что у них есть энергия. Вот этот синдром хронической усталости, он стал просто повальным. Вот это не только, наверное, в нашей стране, везде. И, скорее всего, это из-за цивилизации, которая нас окружает. Это я потом уже поняла. И таким образом я стала просто мучиться, потому что звонки не прекращались, и все просили вот это чудо в семью. Если покупал один, уже все хотели. Один из случаев был совершенно потрясающий, связанный именно с психологией. И меня больше это интересовало. Например, ко мне обращаются с мальчиком, который явно правополушарный. То есть он долго очень готовит уроки весь день. Он плохо соображает по математике, по русскому языку. Он совершенно не собран. Сумку ему собирает все время мама. Он абсолютно все забывает. Везде опаздывает. Я смотрю на нее, думаю, ну, это один в один я. Правополушарный ребенок. Я говорю маме, давайте так, я начну с ним работать. Но прежде вы возьмете эту подушку, и он после недельку до следующей консультации на ней поспит. На следующую консультацию приходит мама без подушки и без ребенка. Я говорю, а что случилось? А он уже учится на четверке-пятерке. Он уже собирается, он абсолютно собран. Я говорю, не может быть, за одну неделю? Ладно. Дальше приходит аутист, ребенок. А тогда еще это очень далекая тема была. Сейчас еще как-то более-менее с этим занимаются. Тогда это очень была тема далекая до совершенства. Так вот, мальчик 6 лет, он начал спать на этой подушке. И у него вернулась абсолютно социальная активность. То он в детском саду сидел в углу. Вы представляете мое ощущение психолога от того, что происходит с детьми? Сколько я должна была потратить, особенно с аутизмом? Это годы уходят на то, чтобы человека как-то адаптировать. А тут всего лишь спит на подушке. Дальше я заметила, что мой муж вот с его вот этим постоянно портящимся характером стал более терпим, более выдержан. А когда нам читали в МГУ по психологии лекции, они говорили, темперамент – это свойство врожденное, его невозможно изменить. Так вот, я должна сказать, подушка это меняет. Да. То есть, что такое темперамент? Это у нас максимум нервная система, да, она или возбужденная, да, или тормозная. И экстравертированность, интровертированность. Так вот, человек становится в середине. Вы можете себе представить такую гармонизацию? Значит, гармонизация происходит на уровне не только тебя здесь и сейчас, а глубинные психологические процессы. Процессы, связанные с твоим рождением, да? Процессы, связанные с твоей жизнью, с паттернами, с которыми у тебя сложились уже за всю жизнь. Мало того, это связано с предыдущими воплощениями. То есть это в целом делает личность гармоничной, целостной. Когда же я это увидела дальше? Увидела это дальше, когда у меня появилась диагностика. Она называется «Лотос и Оникс», питерская диагностика. И там есть аура, есть чакры, есть меридианы. И есть западное представление. Да? Вот, по пульсу, только пульсовые. По пульсу. Да, пульсовая. И там есть сосуды, нейрогуморальное регулирование, биологический возраст, дальше психологическое состояние и состояние внутри мозга альфа, бета, гамма, дельта, тета. Все вот эти вибрации. Сколько процентов? И нейрогуморальное, сколько процентов клеток подверглось изменениям, сколько немного, сколько здоровых. И когда ко мне попала эта диагностика, это было таким подарком, потому что одно дело – индивидуальное ощущение.
Я легко это продавала, потому что ощущения были мгновенные. Например, у вас что-то болит, вы приходите ко мне, я прикладываю, все, боль проходит мгновенно, через 15 минут. Это было просто. Но когда диагностика показала, какие процессы происходят в целом в организме, а в первую очередь происходили, потом я написала статью вместе с моим братом. У меня брат Олег Крисько, он кандидат физико-математических наук, МГУ закончил. Вот. И он полная мне противоположность. Я правое полушарие, он левое полушарие. Он логик. И он первый, кто мне стал тоже рекламой для этих изделий. Именно благодаря этому изделию мы примирились, мы стали дружить, и у нас появились общие темы для разговора. Потому что и вот эта статья, которую написали, я делала диагностику, у меня собрался огромный анамнез, то есть ну, тысячу людей. Он говорит, дай мне 500 человек, и я как математик сделаю тебе выкладку, ну, как положено по математике, чтобы как-то Гаусса, да, по-моему, кривая там. Выборка, да. Значит, насколько ты врешь, он говорит. Вот, потому что тут машина работает, она снимает диагностику. Это не врет. И огромное количество людей по выборке будет ясно, значит, ложь это или нет. Да. Так что вы думаете? Сошлось просто миллиметр в миллиметр. То есть выборка была стопроцентная. Что же она показала? Она показала, что в первую очередь жидкостные среды начинают приходить в порядок. Это сосуды, то есть кровь в идеальное состояние приходит. Дальше налаживается нейрогуморальное регулирование. А я же не медик, я залезла в компьютер и поинтересовалась, что же это такое. А оказывается, это кишечник нас выдавливает, как сито, да? Попадает в межклеточное пространство, микроэлементы, аминокислоты. Затем клетка начинает это брать, питаться. Затем она выбрасывает то, что не нужно. Отходы, да. А лимфатическая система начинает это выводить через пот, через мочу, кал, через слизистую и так далее. Это называется нейрогуморальным. Нейрочеловеческое, гуморальное, как бы животное, все обладают живой мир этим качеством. То есть это целостное, туда входит эндокринная система, естественно, нервная система, все. Так вот, это тоже, как и сосуды, в первую очередь колоссальным идет кривая вверх, то, что происходит с людьми. Затем иммунитет, вот. А то, что происходит с мозгом, вот тут вообще потрясение. Сначала вибрации идут от 0 до 5 Гц, это вибрации глубокого сна. Вы практикующий человек, и я практикующий человек. Мы знаем, чтобы погрузиться, да, какой труд должен быть для того, чтобы достигнуть измененного состояния сознания, которого я так и не достигла, полетов в космосе. Слишком много нужно труда для этого. Так вот, это потом от 5 там, до 10 это вибрации предсна, медитации, глубокого расслабления. Потом идут альфа-вибрации, а это вибрации говорят, что это наши вибрации радости, оптимизма. Вот почему говорят, улыбаться нужен, да? И мы должны вибрировать с вибрациями Земли, Шумана. И вот эти вибрации – это повседневная активность, позитивная. Затем идут вибрации логического полушария, бета, а потом идут вибрации гамма – это самые тайные вибрации, вибрации творческого полушария. И вот началось чудо. В основном люди приходят вот с этими вибрациями чудесными, где творческое, там очень слабовато у людей. В основном логика преобладает. Вот, и преобладает состояние сна. И я тогда вспомнила, что очень часто продвинутые люди говорят, вы спите. Учителя говорят, вы спите, проснитесь, я клянусь вам. Процентов 10 только не спят. Человечество спит. И вы знаете почему? Потому что они спят, чтобы не сойти с ума. То есть мозг спит, чтобы уйти от стресса. И вибрации это показывают, что же происходит, когда человек спит на этом изделии. Это было необыкновенно. Растут именно Шумана, альфа, и растут связь с космическим. Это вот как раз ты рисовал здесь. Да, гигантский, да. Просто, я думаю, да что ж такое? Это было только если ко мне приходили, предположим, актер. Ко мне пришел знаменитый актер, который Жукова играл.
потрясающе открыта сердечная чакра. Я поняла его успех. И он действительно такой обаятельный, необыкновенный. И у него творческое вот это преобладало над логикой. И когда я поняла, когда вот такого плана успешные люди приходят, был очень известный человек, которого мы видим по телевизору, видели всю жизнь. Он очень в глубоком сейчас возрасте таком, зрело находится. Он популярен необыкновенно, потому что он до сих пор по телевидению выступает. Он пришел в офис, он носит полный рюкзак шоколадок и дарит их женщинам. И когда он засыпал, сидел, ему было трудно, было видно, что он, ну, уже возрастные такие вещи. Когда он принял процедуру, он читал нам стихи, его невозможно было остановить. Он пил чай, разговаривал. Он необыкновенный коммуникатор совершенно. И все шоколадки потом раздал. Да, совершенно верно. Щедрый, необыкновенный человек. И он потом сказал, что я с шапочкой не расстаюсь. Я ее и в самолете, и везде, во всех полетах, везде с собой беру. Так вот, что получается? Когда вот сплелась цепочка целая, я о теле сейчас очень много говорила, и в интернете очень много, я должна сказать, вы меня сподвигли почему-то говорить на психологическую тему. Я говорю об этом 15 лет, я говорю об этом впервые. Я не знаю, это что-то связано с вашей особенностью и личностью. Вот, потому что именно сторону эту начала раскрывать. Она для меня наиболее сложная и наиболее необъяснимое. Происходит не только восстановление, коррекция, я не скажу лечение этого, я не называю это лечением, потому что это целостный подход, как подходят в Китае, как подходят в Индии к человеку, да? То есть идет восстановление, начиная с самого неприятного, что у человека есть. Например, у человека сильные боли, да? Вот она первое, что делает, снимет боль. Вы понимаете, как это разумно, чтобы он услышал хотя бы. Или у человека нет боли, он не верит, но у него тут же налаживается сон. То есть он утром просыпается и говорит, боже, как мужчина особенно, я в жизни так не спал, я в жизни так не выспал. Он уже любит, ему уже больше ничего не надо. Был случай, связанный с этим, как на мужчину это действует. Мужчина, муж приходит с корпоратива на бровях. Буквально. Перед этим жена купила подушку, и он ее ругал. Кидал ее все время и говорил, отвяжись ты со своими подушками. Приходит на бровях, повторяю, значит, в бессознательном состоянии. Он подходит к кровати в одежде, вырывает из-под головы жены подушку, которую он швырял, кладет ее и бухается на нее. Она, затаив дыхание, утром думает, что он будет делать. Подушка лежит. На следующий день он приходит трезвый и ложится на эту подушку. На третий день происходит то же самое. Она говорит, послушай, ты что это? Меня подушку отнял. Он говорит, отстань, пусть она будет. Ну, всем понятно, что произошло. То есть он проснулся, как никогда не просыпался после похмельного синдрома.